Всем привет! Это Apple Easy Work. Тут все просто. Совсем недавно состоялся старт продаж фиолетового цвета в 12 и 12 мини iPhone. И это один из тех уникальных случаев, когда Apple добавляют дополнительный цвет в уже существующую линейку iPhone. Подобный опыт добавления цвета у Apple уже имеется. Достаточно вспомнить iPhone 7 и iPhone 8, которые получили впоследствии дополнительный красный цвет из линейки Product Red. Ну, то есть красный цвет. Но фиолет отдельно никогда не выпускался. Сейчас мы расскажем возможные причины появления отдельного фиолетового цвета на 12-х айфонах. Первую причину мы рассматривать не будем, потому что она уж слишком очевидная. Весна, любовь, цветение. Так хорошо подходит для весеннего обновления. Вторая причина – это привет от 11-го айфона, который получил фиолет еще в 2019 году. Предположительно, фиолетовый цвет в данной модели iPhone был настолько популярен, что Apple решили окрасить в этот цвет более современную модель. Третья причина заключается в том, что фиолетовый цвет был любимым цветом Стива Джобса. И это некий реверанс в сторону создателя. Откровенно говоря, Стиву Джобсу нравился не конкретно фиолетовый цвет, а его аналог, название которого вы видите на экране. Кстати, вполне возможно, что это название придумал сам Стив Джобс. Данное название, которое читается как... Ха-ха, я его не буду произносить. Оно означает фиолетовый цвет, но не совсем. То есть необычная вариация фиолетового цвета. А для примера мы вам покажем фиолетовый 12 мини и 11 iPhone. Обратите внимание, казалось бы, оба фиолетовые, но оба же по оттенку кардинально отличаются друг от друга. Наверное, это и имел Стив Джобс, когда говорил о необычном видении фиолетового цвета. Кстати, 11 на фоне 12 выглядит так, будто он немного выцвел, находясь на солнце. Ну а четвертая причина берет истоки с самого начала истории iPhone. Прототип первого iPhone назывался Проект Фиолет, или сокращенно Purple 2, или P2. А помещения, в которых проводилась разработка нового iPhone, секретно именовали как Фиолетовая комната или Фиолетовое общежитие. Друзья, подписывайтесь на канал Apple Easy Work, и у вас будет все просто.